Всем здравствуйте. Опять мы на охоте. Уже получается второй день. Вчера тоже были втроем. Ну так, недолго. И как бы зайца не подняли. Пару там трофейчиков стрельнули. Но это дальше смотрите, как это было. Значит, отдельно видео не буду делать. Сделаю общее. Сегодня и вчера. Сегодня втроем тоже. Только сейчас уже с Владом и с Димоном. А вчера были... Вчера были тоже с тремя собаками, собачьи ассорти у нас было, легавая, яхтерьер и гончая. Сегодня только с Чивой и Слаймой. Будем сегодня пытаться зайца поднять, лису, утку, вальшнепа, куропатку и другие виды рыб. Да, и многие другие виды рыб. Ну что, все, вперед. Я его, он где-то от собак оттуда прилетел, потому что я переходил как раз, летит что-то, знаешь, я подумал, черок какой-то, ну, а тройка, знаешь, думаю. А, я как раз Серёге звонил, он так, и сюда, чих, сел туда, в это деревья. Я перешел, думаю, за семерку всунул, там у меня спортинговый патрон 7,5 был. Думаю, перешел, так вот, в кустах поднялся. Я просто... Я уже стою, думаю, уже заяц. Я просто не знал, где ты, я ж тебя не видел, ну, блядь, собаку взял, как бы, отработала. Королевский вальш... это, трофей. Так он и полетел, я его увидел, что он летел и сел сюда. А, спорим. Yeah. Тебя тоже. Чё ты чего сдал нас, что ты ползёшь, блядь? А чё, на бобра там? Да хрен его. Я так понял, что она где-то, видно, ходила по льду, провалилась. А-а-а. Давай стойку повороним, Марс. Молодец. Давай. Давай ко мне. Ко мне. Ко мне. Ко мне. А! Видел, как крыло? Молодец. Стоит. Сейчас чего поднимем. Ничего себе у тебя летит с этого ствола. Достал. Достал, смотри. Чего?
Что он, надурил? Пустостойка? О! Бляха-моха. Сечка. Они перебежали, видно, да? О! Перный мотив. Но. Чемпион Беларуси по куропатке. Сейчас чего вам слаймы. Красиво умерла прямо возле этого, возле меня. Одна вроде упала, не? Давай поищи тут. Тут. Шиш. Давай. Держи! Блин, поздновато его увидел. Не услышал, как он поднялся, а услышал, как собака. Промазал походу, Влад! На дамбе далековато было стрелять, я уже не стрелял. От тебя еще ни один заяц не уходил в этом году. Ни один не уходил. В этом году заяц. Ачива, молодец. Молодец, подняла заяц. Реабилитировалась за вчера. Димон! Димон, на тебя что-то пошло! Каменка. Ну, она уже давно дохла. А что с ней случилось, интересно? Собаки, наверное, задавили. Какая не малая, большая. Ну это просто расплющено. Ну нормально, вот по голове видно, что нормально. Ну это вот эта каменка, вот это, да. Вот эта каменка настоящая. То мне писали, что типа, блин, белая грудь, это значит, что каменка. Нифига это не значит. Белая шея может быть и у лесной, такая светлая. Подпуск желтая и ось. Ну сразу отличается. Я не услышал, понимаешь, ветер, не услышал, как он поднимается. Потом уже собака, когда пискнула, я уже вижу, а он уже. Ну, блин, ну дальше, чем ну вот здесь, намного дальше там. Просохатил зайца, да?
чтоб ускорился и стал на место. Он кричит по дамбе. Ну я спустился на эту сторону и сел. А он как прет, так и прет прямо на меня. Ничего вообще рядышком. Никак, я не буду так стрелять. Я уже просто встаю, встаю. Он, знаешь, меня видит. Что, это утки сидят? Я по нему стреляю, понимаешь, а он то ли, знаешь, как спускается с дамбы, он так, знаешь, кувыркнулся, ну, перекинулся после выстрела, перекинулся и назад, кусты уже по кустам. Давай подойдем. Может и гусь будет. Серого, он очень на гуся похож. Столько лебедей, да? Тут реально 200 килограмм стабильно, чисто грудинки. Чисто грудей, да. О, смотри, бобер. Видишь, плавать? Оп, нырнул. У меня на оружейную охоту нет. Ну вон получается леса вот тут, да, Димон лежала. Вот здесь, вот где чива сейчас бегает. Где-то только в этих, в кустах дальше. А заяц вот за березками сразу. Ну меньше 100 метров. Ну вот там, за... Ну вот там, рыжая и за... В черное я был. И он где-то, он, под... он где-то с края вот тут лежал, а я где-то посередине был этой травы, получается. Ну, 60 метров где-то. Ну вот такая зеленочка красивая. Я пойду вот по этой посадке. Влад пойдет по соседней. В прошлом году мы ходили тут, как бы не подняли. Но в этом году такая вот красота. Возможно. Блин, ветер задует вообще капитально. Такое ощущение, блин, что минус 10 реально. Прям за шиворот. Где-то вот тут. Не, ну так далеко, чуть ближе. Где-то тут. Вот. За тобой метров 50. Не, мне кажется, ближе, чем к нам. Отлично. Я все ждал, пока ты в него выстрелишь. Так я выстрелил. Ну, так мы вместе в него выстрелили. Да. Да. Но ты одну ж сбил, да? А это так красиво взлетел. Да, да, ну, последний, последний. Сели же. Сели же. Huh?
всего один. Потому что уже после выстрела вижу, что все утки падают. Давай, Димон, ты самый тяжелый. Легкотнякань. Давай, покажи красоту. Бляха, высокий такой мостик, это высоко падать. Если Димон перейдет, все перейдут. Смотри, давай ему. Да ладно, уже конец охоты, можно и пробовать. Там много их было, а там не знаю. А ты стрелять будешь? Я буду, да. Сейчас уже она их отработает. Блин, ты гонишь. О, тут еще. Но вон тут лайма ходит. Чива, иди сюда. Тут. Давай, Чива, ко мне. Тут. Давай. Ищи тут. Поищи. А может и нет. Где-то лайму скинул этот заяц. Ну. Чего? Ищи. Давай, возьми. Я его почти не видел, только он мелькал. В смысле, я же один раз стрелял? Не, ты второй раз. Не, я просто его смотрю, он упал или нет, понимаешь? У меня вообще тут, представляешь, я там стоял в гущеру. Нельзя, все, фу. Он шмыганул, но я так рассмотрел, что заяц. Не, ну понятно было, что он, знаешь, сорвался с-под ног. Воля, молодец. Фу! Откуда поднимался? С травы твоей этой, скорее. Он тут воля? Он рядом где-то поднялся, там, ну, буквально пару метров. Я буквально вот же шел, ну... Не по синей Украине. Не в это. Ветки ему не дули. Вон его. Лёжечка. Ну да, тут ему зашибись на горочке. И тот на горочке, видишь, лежал. Ну, тот вообще сверху лежал. Высоко-высоко. Чего? Ай, молодец. Что? Ну ладно, уже ж несу. Что, промазал? Блин, а? Опять не перезарядила у Димона. А, ты его по корчам стрелял? А, да, ты куда ж, конечно, Чива подняла его.
Подранок, вперед пошел! Готов! Я выстрелил, короче, я побежал сюда, ну чего где-то там работает? Хер его знает, ну, вон она прибежала, она там, ну, работала. После выстрела я побежал по этой поляне. Фух, вижу, по траве этой скачет. Я думал, что от вас, не от вас, не могу понять. Стреляю, короче, первым мимо. Не перезарядило, блин. Я, он так в канаву, с канавы скакивает. Ту, вижу, пух полетел. И он начал кувыркаться на месте. Я потом поднялся и пошел, блин. Лайма его тут. Ну, смотри, какой. Тебя спорил. Ну, видишь, какой, ну, больше. Здоровый, здоровый, смотри, мордатый. No. Мордотряс. Короче, он поднялся, получается, с самого края. Но. Я как раз внутрь пошел. А Влад остался и говорит, типа, давай мне зайца, я понесу. И чего фигакс поднимает, и он где-то по корчам, мне туда нюкнул по корчам. На тебя вышел. Он оттуда бежал, да? Не. Этот вот с травы вот так бежал, типа от вас. Я не знаю, но она вот так его погнала. Да когда вот только что вышло вот там, ну, недавно, это уже после выстрела. А этот, походу, поднялся отсюда с травы. Может, да. Может... Я побежал сразу, ну, выстрел, и слышу чего, туда. Я бегом, знаешь, ну, сюда, в траву. Бегу такой, фух, вижу по траве, заяц скачет. Я, блин, не понял, знаешь. Пах, не перезарядил я, он в канаву, я в канаву, говорю, дух, вижу пух. Под... сюда в канаву прыгнул? Не, там такая посредине, такая канавка небольшая. Он, знаешь, с канавы выскакивает, я, дух, пух по этим деревьям. И он начал кувыркаться, знаешь, я думаю, готов, знаешь. То фух, поднялся, и пошел. И тут его лайма догнала уже, вот, ну. Он уже упал, походу, на его тут. Или лег, знаешь, она подбежала, слышу, он начинает туда, ну, то есть туда убегает. На мою сторону. Там же канава, то есть переходил, ну, такая вот. Ну, небольшая, ну, но. Небольшая. И вот я его стреляю, вот, в корчи, грубо говоря. Он в эту канаву, я его еще вижу и сразу пристраиваться следом за ним чиво. Ну, я его еще видел. Второй раз я уже даже не стрелял, ну, потому что там уже было чиво. Ну, чиво за ним не шла, я ж по нему стрелял, вот поэтому. Чиво ж за ним не шла, вот за этим. А чего бежала за это? Ну, значит, это, значит, это другой. Два зайца, пять уток. Сегодняшний результат. С нас троих. Блин, в принципе... уже солнце садится. Уже солнце, да, садится. Мы зайцев начали только поднимать. С утра только одного подняли, а потом всех буквально там 40 минут и 3 зайца подняли. Возможно, 4, мы так и не поняли до конца. Ну, результат, как говорится, пойдет. Желательно было бы 3, конечно, но 3 зайца, да, 3 зайца и 6 уток, а так, так, чиво, нормально работала, лайма тоже, в принципе, нормально, она после болезни, как бы так, ну, уже получше, уже бегает трохи, я думаю, что на следующей неделе буду гонять нормально, а так, оценивайте видео, подписывайтесь на канал, увидимся в угоде.